главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Под грохот бронетехники в Закарпатье спецоперация в приграничных районах задействовали даже боевую авиацию, за кем пришли. Плюс выходной и минус маски-шоу, за что сегодня проголосовали нардепы и что оставили на потом. Шопинг, не выходя из машины в Харькове, мужчина проехался на авто по супермаркету, чего хотел. В Закарпатье масштабная спецоперация. В области работают более 300 сотрудников военной прокуратуры, пограничной службы, СБУ и военные. Задействовали даже вертолеты. На кого облава, Марина Ковали расскажет. Спецоперация началась в 6 утра в селе Великая Быйган. Задействовали спецтехнику и авиацию. Здесь живут братья Горваты, которые, по данным местных активистов, приватизировали 54 гектара земли прямо на границе с Венгрией. Дом Атилы Горвата окружен военными с автоматами, и здесь стоят бронемашины. Внутрь, в доме, во двор правоохранители журналистов не пускали. Мол, идут следственные действия. Указанную особу подозревают, власне, в розповсюдження наркотичних засобів на території України та за її межами, власне, за кордоном. Вказані особи підозрюють в заволодінні відчуженні державних земель України вздовж лінії кордону. По нашим даним, протяженість границі з Венгрією, яку контролювали браті Горвати, більше 5 кілометрів. Вони встановили смотрові вишки, сторожові вагончики. Там круглосуточно дежурили охранники, слідили за передвиженням пограничників і сообщали, коли границя свободна для переправки контрабанди. В сільській совете говорят, землю выделяло Береговское райуправление Госгеокадастра. Вирощували тютюн в площади 40 гектарів. Один из них является депутатом у меня, хорват не Атилла, а хорват Олександр Карлович. Нормальна людина. Щодо контрабанди мені невідомо, тому що до мене звернення від громадян не надходило. Силовики пожаловали не только к Горватам. В военной прокуратуре сообщили, провели одновременно более 100 обысков у подозреваемых в контрабанде и незаконном завладении землями вдоль границы. В съемочной группе подробностей удалось заснять, как правоохранители осматривали еще несколько домов в разных селах Береговского района. В основном они принадлежат мелким предпринимателям, собственникам магазинов и кафе. С нами они разговаривать не хотели. Закрывайте двери! Пока главным результатом сегодняшней спецоперации стало задержание бывшего начальника управления земельных ресурсов Береговского района. Ему уже объявили подозрение, завтра суд изберет меру пресечения. Также нашли наркотики, каннабис и опиум, пачки денег в украинских гривнах и иностранной валюте. Сумма, а также кому они принадлежат, военной прокуратуре пока не уточняют. Говорят, обыски и следственные действия продолжаются. Марина Ковалев, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. А вот человек, который курирует южный поток контрабанды, спокойно сидит в Киеве и занимает довольно скромную должность. И этот чиновник невысокого ранга кукловодит и в таможне, и в силовых ведомствах южных областей. Кто же крышует нелегальный бизнес, мы расскажем чуть позже. Правоохранители проводят около 50 обысков по делу о коррупции в Укрзалезнице. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Амелян. Кого и в чем подозревают, далее в материале. Генпрокуратура и нацполиция проводят около 50 обысков в 6 регионах страны по делу о коррупции на предприятии «Укрзалезница». Об этом сегодня на своей странице в Фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян. По его словам, подозреваются, цитирую, «граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания». Министр также порадовался, что оказался прав, заявляя о коррупции на высоком уровне. Напомню, братья Ярослав и Богдан Дубневичи – одни из самых заметных лиц во львовском политикуме и бизнесе. Осенью прошлого года их декларации вызвали настоящий шок. Сотни домов, квартир и земельных участков. И горы налички – 715 миллионов гривен на две семьи. Одна из компаний, бенефициарами которой являются братья – корпорация КРТ, регулярно выигрывает тендеры Укрзалезницы на поставку рельсовых скреплений.
СМИ неоднократно писали, Дубневич зарабатывает миллиарды на такой госмонополии. В прессе также была информация, что накануне своего назначения главой Укрзалезницы Войцех Бальчун встречался с Дубневичем, который согласовал его кандидатуру. Министр Амельян ранее заявлял, что только по итогам прошлого года стоимость закупок у компании Дубневичей составляла около миллиарда гривен. Сейчас НАБУ расследует 19 уголовных дел по факту коррупции на железной дороге. Одно из них в отношении высокопоставленных чиновников Укрзалезницы. Они, по версии следствия, в обход системы закупок «Прозора» закупали рельсовые скрепления по завышенным ценам у принадлежащих Дубневичам фирм. В результате железная дорога потеряла 26 миллионов гривен. Министр Амельян также выразил надежду, что правоохранители доведут дело до конца. Ведь только наказав виновных, страну можно изменить к лучшему. Очередные громкие обыски в Одессе. На этот раз правоохранители наведались к строительному магнату. Следствие приписывает ему чуть ли не финансирование сепаратизма на востоке страны. Все подробности разразившегося скандала в материале Андрея Анастасова. Аднан Киван, бизнесмен сирийского происхождения, владелец строительной империи «Кадор Групп», которая уже много лет, не без скандалов, возводит многоэтажки по всей Одессе. После событий на Майдане он занял подчеркнуто патриотическую позицию. Люди, которые защищают Украину, они защищают справедливость и они защищают демократию. Тем необычнее причина обысков у Кивана. Сотрудники киевского СБУ нагрянули в его офис, расследуя дело о финансировании терроризма. По данным следствия, часть денег, вырученных от продажи квартир в новостройках, бизнесмен не вносил финансовую документацию, а наличкой отдавал одному из бывших депутатов Одесского горсовета. СМИ пишут, что это Игорь Марков. Співробітники спецслужби задокументували, що оголошений у міжнародний розшук депутат переховується на території Росії та спрямовує частку від отриманої суми на фінансування терористичних організацій, так званих ЛНР-ДНР. Доказательства этой версии СБУшники искали сегодня дома у фигурантов дела, а также в бизнес-центрах. Внутрь не впустили не только сотрудников компании, чьи офисы там расположены, но даже адвоката строительной фирмы Кивана. По закону я имею право представлять интересы данного юридического лица, собственника помещения при проведении следственных действий. И вот мы вызвали полицию для того, чтобы зафиксировать факт недопуска. Стоит сказать, что Аднан Киван уже 2 года воюет с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Чаще всего это бизнес-разборки и касаются они земельных вопросов. И у того, и у другого есть свои покровители в Киеве. Эксперты считают, обыски как раз отголоски этого противостояния. И та, и другая сторона имеет свои группы поддержки в Киеве, которые в том числе борются между собой за влияние на Одессу и за контроль каких-то потоков и ресурсов в Одессе. Это все происходит по какому-то своему алгоритму. 3 недели назад обыски проходили и у самого Геннадия Труханова. Тогда к нему приезжали сотрудники НАБУ. Но чем в итоге все закончилось? Тайна следствия за 7 печатями. Что касается сегодняшних следственных действий, то, как сообщает СБУ, у фирмы-застройщика изъята финансовая документация, 25 миллионов гривен наличными и около 100 печатей фиктивных предприятий. Андрей Анастасов, Богдан Вербицкий, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. А вот в парламенте сегодня думали о том, как приструнить правоохранителей. Там приняли закон о защите бизнеса. Теперь просто так прийти на предприятие силовики не смогут. Это голосование, как никакое другое, сплотило зал. Что же предусматривает документ, далее в материале. Свой рабочий день народные депутаты решили начать с выходных. В преддверии католического Рождества они предлагают сделать 25 декабря официальным выходным. А чтобы сбалансировать количество рабочих дней, 2 мая – рабочим. Но такие рокировки в календаре без споров не проходят. Мы должны понимать, что 2 травня ликвидировать нужно. И збільшити кількість робочих днів. Але не руйнуйте православ'я. Ми православна держава. Ви маєте розуміти, що за цим криється розвал православ'я. Українське суспільство різне. В ньому є греко-католики, і протестанти, і католики. І ми сьогодні приймаємо об'єднавче рішення для України. З першого разу голосування провалюють. На ходу депутати договарюються, праведний гнів стихає і зміняється едва ли не ісповіддю. Це остання країна в Європі, яка не має 25-го числа вихідний день. Я є християнин східного православного обряду. Я святкую Різдво 7-го числа,
але я католик і поважаю світову католицьку традицію. Ви мені назвіть цивілізовану державу, де вихідний день визначає європейський курс держави. Що ви дурниці молотите? Я вам ще раз кажу, я є греко-католик. Ми повинні від Верховної Ради звернутися до церков. Нехай церкви визначаться, які дні мають бути вихідними. Вторая попытка оказалась более удачной. 238 за. Закон принятый. Но дела церковные померкли перед интересами бизнеса. Все раскольнические настроения вмиг улетучились перед законом об обысках силовиков. Тут нардепы всех конфессий были едины, как никогда. Видимо, масок-шоу они боятся больше гнева верующих. Тем более, что представлять документ приехал сам премьер. Я зневажаю тих силовиків, які вдівають погони правоохоронних органів і використовують всі можливості для того, щоб тиснути на чесний, прозорий бізнес. Створюють маски-шоу, обшуки, блокування, вилучають у них техніку, первинну документацію, блокують тих, хто сьогодні створює національний продукт. В минулому році 94 тисячі разів суди давали дозвіл на обшуки. Тобто 94 тисячі разів підприємці приходили до підприємців різного роду правоохоронні органи з обшуками, з маски-шоу. Це 250 разів щодня, цілодобово, кожну годину 10 обшуків в країні відбувалося. Такої підтримки в залі, як при голосуванні за цей документ, не бувало майже ніколи. Електронне табло вмиг превратилось в зелене поле. Якщо будуть проводитися слідчі дії, там, наприклад, обшуки, вилучення техніки, це має проводитися з відеофіксацією. Це надважливо. Тобто тепер не можна буде робити, наприклад, частину обшуків без відеофіксації, після того там певним чином це використовувати. Якщо стосовно людини відкрити кримінальне провадження, то можна проводити обшук конкретної людини, а не пов'язаних там осіб, з ким торгували, з ким маються юридичні відносини і так далі. Друге, обшук не буде проходити без присутності адвоката. І все, що буде вилучено, буде врахуватися незаконно. Всі ми знаємо, особливо колишні адвокати, як часто податкова міліція особливо цим зловживає, прокуратура не допускають адвокатів під час обшуку підприємств. Ну а на что духу не хватило, так это на закон о реинтеграции Донбасса. В комитете хотят, чтобы как с законом о запрете масок-шоу табло позеленело. Мы ожидаем поддержку от 5 фракций парламента, что наименьше. Мы даже враховали деякі правки от оппозиционного блока. Можливо, это тоже сколихне, деякі из них тоже проголосуют за это. Это было бы очень важно, потому что этот законопроект может стать объединяющим, независимо от оппозиционной належности или провладной належности политических сил в парламенте. Саме над цим ми працювали. Ми б теоретично могли вийти зараз і знайти 226 плюс голосів на голосування, тому шукаємо погодження, консенсус. Ми взагалі практично проти цього законопроекту, оскільки він не вирішує головної задачі. Він не вирішує питання завершення конфлікту, примирення, і він не вирішує, там немає механізмів, як повернути територію і людей в Україну. Тому це просто законопроект, який удовлетворяет политические амбиции партии войны и ничего общего с интересами людей, граждан и народа Украины не имеет. Наша позиция, нам надо голосовать закон об особом статусе на 3-5 лет и давать возможность вернуть к мирной жизни эти территории после введения голубых касок в линию конфликта. Ну вот когда табло позеленеет и закон будет принят, непонятно. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Не хватило духу и голосов у избранников, чтобы прекратить полномочия двух своих коллег. В частности, депутата от Самопомичи Алены Бабак и внефракционного Вячеслава Константиновского. Постановление трижды ставили на голосование, но поддержку в зале они так и не нашли. Алена Бабак, напомню, заявила о желании покинуть парламент в марте. Избранница захотела сменить сферу деятельности. А в июле отказаться от своего мандата решил и Вячеслав Константиновский. Причиной назвал отсутствие доверия к парламенту и депутатам. Крупный финансовый скандал, похоже, зреет в парламенте. Предмет – заоблачные зарплаты у работников аппарата. Суммы чуть ли не в 10 раз превышают заработки самих нардепов. Об этом говорит декларация чиновников. В частности, исполняющий обязанности главы аппарата ВР зарабатывает около 100 тысяч гривен. Еще больше – бухгалтер, почти 120, а замы – более 70 тысяч. Это же нам подтвердили в регламентном комитете парламента. Там говорят, материальное положение чиновников улучшилось пару месяцев назад.
Після 80 тисяч треба повідомляти про істотні зміни в майновому стані. І ось за жовтень місяць були істотні повідомлення про істотні зміни в майновому стані працівників апарату. Скажімо, керівник, виконуючий обов'язки керівника апарату Верховної Ради України має заробітну плату в розмірі більше 100 тисяч гривень, верніше виплати більше 100 тисяч гривень. Як їх можна порівняти з тими ж депутатською заробітною платою в розмірі там 14 тисяч гривень? Невысокая зарплата, заоблачные доходы, в том числе от контрабанды и конвертационных центров. Журналисты выяснили новые детали работы замначальника следственного управления нацполиции Дмитрия Бута. Как, через кого, с кем этот полицейский чиновник высасывает миллионы долларов ежемесячно, смотрите сами. По данным журналистского расследования Владимира Бойко, Дмитрий Бут возглавил весь теневой бизнес Южного потока. Вся контрабанда, проходящая через Одесскую таможню, контролируется этим замначальника следственного управления нацполиции. Во времена Януковича под покровительством так называемой семьи контрабандой в Одессе занимался некий Орест Ферманюк. После революции достоинства он тихо ушел в тень, но все так же остается в деле. А вот смотрящим за таможней стал Артур Прузовский. Он полностью подчиняется Дмитрию Буту. Работают по схеме. Сначала следователь устраивает в Одессе маски-шоу и останавливает растаможку грузов. Потом Прузовский, как доверенное лицо, через брокеров связывается с компаниями и предлагает решить вопрос за определенную сумму. Тех, кто заплатил, вносят в перечень декларантов, к которым у полиции претензий нет. Ежемесячно по этой схеме Бут зарабатывает миллионы долларов. Еще одно направление оборотня в погонах – крышевание конвертационных центров. Делает это он совместно с неким криминальным авторитетом Столовченко по кличке Стакан. За месяц они собирают дань в размере не менее 3 миллионов долларов. Сумму делит сам Бут поровну на 5 частей и распределяет между соратниками и покровителями в МВД, ГПУ и СБУ. Обвинили Дмитрия Бута и в вымогательстве денег у аграриев этим летом в Винницкой, Херсонской областях и Мариуполе. За закрытие уголовных дел и крышевание агрокомпаний несколько предпринимателей платят чиновнику от 100 до 300 тысяч долларов. Вот так легко, живя на откатах, всего за 3 года Дмитрий Бут сумел наколядовать миллионы долларов. Имеет чиновник шикарный дом в селе Гореничи под Киевом, рядом с дворцом одиозного Пшонки. 2 квартиры площадью более 200 квадратных метров в самом дорогом жилом комплексе страны и базу отдыха на Бердянской косе. Ежегодно оплачивает дорогостоящее обучение 3 детей в платных школах, а старшая дочь получает 2-е образование в Великобритании. Его семья вольготно отдыхает на шикарных курортах, не зная ограничений в финансах. Раненой бойцами ВСУ Любови Стехиной сделали операцию в больнице имени Мечникова в Днепре. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. В интервью журналистам женщина рассказала, как все произошло. В ее квартиру в Попасной ворвались 2 человека в военной форме и открыли огонь. В результате пуля срикошетила от стены и ранила ее. Что касается действий украинских военных, то армейцы, по словам Стехиной, всегда оказывали помощь и были доброжелательны. А нынешний случай она считает досадным недоразумением. В зоне АТО сегодня без потерь, но ситуация по-прежнему напряженная. Боевики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения и по-прежнему применяют орудия запрещенного калибра. С начала суток враг нарушал перемирие уже 9 раз. С передовой сюжет Геннадия Вивденко. Тут завжди тень, и в оптику все прусских позиций не так видно. Все возможные отверстия в здании бывшего интерната для детей в городе Маринка драпируют, чем могут. Здесь почти всегда темно. С окрестных терриконов, которые контролируются оккупантами, ведется беспрестанный снайперский огонь. Снайпера дуже часто по нас работают, можно сказать, майже каждый день. Але мы позиции нормально укрепили, замаскували, то в них пока что, слава богу, не дуже выходит работа. Почти каждый день по позициям 30-й бригады, прославленной в боях за освобождение Донбасса, боевики ведут огонь из гранатометов, пулеметов и минометов. Пока крупнокалиберные, получается, пулеметы по нам обстрелу не было. Ну, прилетало, получается, где-то с террикона. Вот, получается, эти, как и 82-е. Как мы себя ведем, как реагируем? Мы? По команде. По команде дают команду, отработают просто, отрабатывают просто. Стрелец как бы, больше ничего такого. Нажим не крупно, все нормально. Просто, чтобы знали, что мы тоже готовы отдать адекватную відповідь в любой момент. Только эту ночь защитники позиции интернат провели в относительной тишине. Украинские бойцы провели более-менее спокойно эту ночь. Это впервые с времени ротации военного подразделения здесь, в Марьинке. Однако никто не расслабляется. С 3-4 часов ожидает очередной активности врага и новых обстрелов.
Сегодня украинские солдаты начали охоту на вражескую бронированную машину пехоты. Специально подготовленные группы вели огонь с самого утра. Сьогодні з самого ранку почала працювати БМП-2 з застосуванням ПКТ та пушки 30-го калібру. І також сьогодні працювала ДШК. По даним радіоперехвату також нам стало відомо, що ворог буде працювати десь після обідній час. В 4 часа дня враг начал обстреливать позиции украинской армии из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По нашим солдатам боевики били более часа. И это еще не вечер. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин и Анатолий Воробей. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Наращивать боеспособность и укреплять связи с НАТО. Такую задачу поставил президент военно-морским силам. Сегодня Петр Порошенко был в Мариуполе, поздравлял морских пехотинцев с профессиональным праздником. Он отметил, что в последние годы морпехи получили новые образцы военной техники, в частности, боевые катера. На одном из таких президент вышел в море, оценил судно в условиях, максимально приближенных к боевым. И пообещал, что модернизация вооружения для флота будет продолжаться. Держава ж буде нарощувати зусилля щодо забезпечення морських піхотинців новітніми і модернізованими зразками воєнної техніки і озброєння. Зокрема, маю приємну новину. Наступного року ми завершимо переозброєння танкового батальйону бригади морської піхоти переведенням на танки Т-80. А ще одного батальйону морської піхоти озброїмо модернизованными боевыми машинами пехоты. Это подробности и далее в нашей программе. Особо жаркие дебаты в Николаевском горсовете. Столкновение, кто с кем и почему подрался. Развиртуалился в Брюсселе. Встреча блогера с фанатами переросла в погромы. Из-за чего агрессия? У нового Госбюро расследований появился руководитель. Им стал Роман Труба. Чем будет заниматься глава ГБР и кому подчиняться, смотрите далее. Сегодня спецкомиссия избрала главу Государственного бюро расследований. Из 19 кандидатов, среди которых и глава военной прокуратуры Анатолий Матиос, был выбран Роман Труба, бывший сотрудник прокуратуры, в последнее время работавший в частной компании «Сектор права». Комиссия из 9 человек – это преподаватели права, юристы, а также замминистра МВД Татьяна Ковальчук и три нардепа – Владислав Бухарев от «Батьковщины», Николай Поломарчук от БПП и скандально известный Евгений Дейдов от Народного фронта. Всех кандидатов подвергали проверке на полиграфе, а также ряду собеседований. Формально Госбюро было создано почти 2 года назад с принятием соответствующего закона в ноябре 2015 года. Но в реальности новый орган так и не заработал. С 20 ноября этого года он перебирает у Генпрокуратуры полномочия по расследованию преступлений, совершенных чиновниками высшего уровня. Поскольку ГБР является органом исполнительной власти, теоретически может находиться в подчинении у премьер-министра. Граничная численность ФБР по-украински до 1500 человек. Согласно декларации, у семьи Романа Трубы несколько небольших квартир во Львове, 2 земельных участка площадью более 5000 квадратов, автомобиль Toyota Avensis 2007 года, а также акции Борщевского сырзавода и Львовского инструментального завода. Наличными он держит 84 тысячи гривен. Борьба с коррупцией – главное условие, при котором Соединенные Штаты продлят помощь Украине, в том числе и военную. Об этом заявили американские чиновники и конгрессмены во время переговоров в Вашингтоне с лидером движения «Справедливость» Валентином Наливайченко. Все подробности в материале из американской столицы. Кулуары Конгресса, словно интерьеры из сериала «Карточный домик». Длинные коридоры, кабинеты сенаторов. Только вот в отличие от кино, жизнь тут реальная и проблемы реальны. К примеру, в эти дни все военным бюджетом Америки заняты, где и помощь Украине тоже предусмотрена. Busy time. Напряженное время, слышишь тут от каждого. Но возможность встретиться с теми, кто приезжает из Киева, здесь находят всегда. И очень хорошо осведомлены обо всем, что происходит в украинской столице.
глибоко в матеріалі. Тому що я зустрічався з тими членами Конгресу і керівництвом Держдепартаменту, підрозділів Держдепартаменту, які якраз і опікуються питаннями України. Все знають, все розуміють. Американські партнери добре обізнані з ситуацією. Речь в первую очередь о борьбе с коррупцией. Валентин Наливайченко признается, услышал слова обеспокоенности и на капиталистском холме, и в неформальных разговорах с политиками. Говорит, в Госдепе с ним поделились. Зачем сейчас прилетел в Украину человек, заменивший знаменитую Викторию Нуланд? Помощник госсекретаря по делам Европы Уэс Митчелл. А від його керівництва тут, в Державному департаменті, в Вашингтоні, ми чули і знаємо, з якими позиціями пан Мітчелл приїхав в Київ. Позиція перша і головна. Навести лад в боротьбі з корупцією, створити антикорупційний суд. Политик услышал в ходе своих встреч. В американском конгрессе по-прежнему очень сильна поддержка Украины. Причем в обеих партиях. Неважно, демократы или республиканцы, но и условия теперь уже открыто озвучивают. Досить жорсткі вимоги. Буде корупція у владі, не буде допомоги. Тому і треба діяти, зупинити, зламати систему, коли з країни викрадається і міжнародна допомога, і бюджет розкрадається, і, власне, гине все те, що має йти на розвиток. Наливайченко говорит, в ходе этой поездки познакомился еще и с Куртом Волкером, спецпредставителем по Украине. Приоритет – освобождение украинцев, оказавшихся в плену или в тюрьмах. И в Вашингтоне эту позицию разделяют. Без всяких умов звільнення українських заручників. Всі 156 українців мають бути звільнені. І взагалі поняття «політичні в'язні» має бути під тиском міжнародної коаліції ліквідовано. Люди, всі українці мають бути повернуті. Тут досить серйозне питання і досить серйозна увага. І Конгресу, і, підкреслюю, спеціального представника посла Волкера. Так что, несмотря на то, что Конгресс занят бюджетом, а Белый дом разгребает скандалы и отбивается от прессы, украинская тема при Трампе не ушла из списка приоритетов. Просто для того, чтобы она в этом перечне осталась, и страна должна тоже многое делать. И эту фразу сейчас услышишь от каждого украинского политика, кто бы ни приезжал в Вашингтон, чтобы провести здесь встречи. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Проект «Стена» на БУСАП задержали 8-го участника коррупционной схемы. Подозреваемый, по версии следствия, создавал липовые предприятия. Через них мошенники обналичивали деньги, которые выделялись на строительство украинско-российской границы. В ведомствах сообщают, эти предприятия конвертировали более 10 миллионов гривен. Задержанному уже объявили о подозрении. Допрос на расстоянии. В Печерском райсуде столицы сегодня слушали дело о преступлениях экс-президента Януковича против Евромайдана. По видеосвязи задействовали закарпатского губернатора Геннадия Москаля. По его словам, план разгона Евромайдана разрабатывали в ФСБ, а руководители МВД совещались с Януковичем трижды в день. Что тупое решение не допустить, любой ценой не допустить. Приїжджав начальник цього п'ятого управління, якщо ви знаєте про це п'яте управління ФСБ. Ці розвідчики, які тут сидять в посольстві, сказали, що все, Янукович вже аплик йому. І він терміново приїхав, але що він вже не міг спасти нічого. Под Киевом изнасиловали 24-летнего полицейского охраны. Все произошло в Василькове. Молодой человек в свободное от службы время познакомился в супермаркете с двумя мужчинами. Те предложили поехать к одному из них домой выпить. Во время застолья собутыльники поссорились. В результате мужчины избили полицейского, а потом изнасиловали. Сейчас подозреваемых ищут. И хотя уголовное производство открыто, в полиции пока не подтверждают и не отрицают факт преступления. Геннадий Дронов объявил голодовку. Напомню, это второй подозреваемый в деле о смертельном ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек. Так он отреагировал на отказ суда выпустить его из СИЗО под домашний арест. Адвокат Дронова уверял, это позволило бы его подзащитному закончить лечение. Сам обвиняемый даже расплакался и пожаловался на плохое самочувствие, но суд оставил Дронова в СИЗО до 19 декабря. Поведінка на стадії досудового розгляду –
цієї справи говорить про те, що у підозрюваного є бажання уникнути слідства. Зокрема, це і медичні дані, які були надані у районному суді. Це судово-медична експертиза, яка підтверджує, що підозрюваному не потрібне стаціонарне лікування. Людина може переховуватися від слідства, людина може нашкодити слідству. А в Харкові очередное происшествие. Мужчина разъезжал на своей машине по супермаркету. Как рассказали очевидцы, он протаранил двери магазина и спокойно въехал в торговый зал. В полиции сообщили, лихачу 32 года. Правоохранители, которые приехали на вызов, заметили у него признаки наркотического опьянения. Никто из посетителей не пострадал. Учиться жить вместе. В Украине в этом году стартовала реформа инклюзивного образования. Ее цель, чтобы дети с особыми потребностями учились в обычных классах. Одна из таких школ уже работает в Харьковской области. Есть ли успехи, узнавала Светлана Шикера. На своей коляске первоклассница Аня уверенно преодолевает небольшие порожки коридоров. Когда строили школу, их специально установили не выше 2 сантиметров. Библиотека на втором этаже не проблема, ведь в школе есть лифт. Заезжаем? Да. Едем в библиотеку, да? А еще специальный туалет, комната для отдыха и пандус на входе. Через 2 месяца учебы одноклассники, не замечая, что Аня в коляске, вовсю гоняют с ней по коридорам. Да, она может очень быстро ехать. Мы ее возим. Да. А еще она сильно-сильно крутится на коляске. Да. Сама Аня уже бойко читает и мечтает стать кардиохирургом. Мне нравятся уроки, вот математика. Математика мне очень нравится. Да, читать, писать, там, всякие буквы. В школе особенным детям помогает ассистент учителя. Эту должность ввели специально. Галина Ивановна, психолог, говорит, девочки быстро стали частью коллектива. Дети старшие, для них немножко, как бы, знаете, первые дни, но они к ним привыкали. И у нас дети, у них нет понятия вообще, что там что-то Аня с чем-то не справится. Они ее принимают такая, как она должна быть. Именно дать возможность особенному ребенку почувствовать себя таким же, как и все остальные, основная цель инклюзивного обучения. Об этом сегодня на форуме в Харькове говорили педагоги и врачи со всей Украины. Если дитина находится на индивидуальном навчанні и сидит в себе вдома, и она не знает життя, она его видит только через окно, и если до нее будут приходить безліч фахівців, педагогов, будут очень хорошо ее навчати. Але вона не зможе потім використати ці знання, тому що вона буде не адаптована до життя в суспільстві. Сьогодні в Харкові для особливих дітей відкрили реабілітаційну кімнату. Будемо створювати і інклюзивно-реабілітаційні центри по районах Харківської області. І будемо робити все для того, щоб і готувати кадри, і надавати можливості, для того, щоб вони були рівними для всіх. Наразі з вересня місяця, сьогодні відкриваємо вже першу ресурсну кімнату. Можу сказати, що за 2018 рік плануємо відкрити 15 ресурсних кімнат, 25 медіатек. Харківська область була одна із перших, яка почала запроваджувати такі умови для спеціальних дітей. Але комплексно долучитися до державної програми ми змогли тільки після підписання меморандуму із благодійним фондом Петра Порошенка. Такі кімнати і спеціальні класи для особливих дітей обіцяють відкривати не тільки в великих містах Харківської області, але й в маленьких райцентрах. Світлана Шикіра, Олександр Яновський. Подробності телеканал «Інтер Харків». В Черновцах бизнесмены и оппозиционеры помогли областной детской больнице. Там недавно провели реконструкцию, заменили крышу, обновили электропроводку, отремонтировали кабинеты. А вот на мебель денег уже не хватило. Тогда руководство обратилось за помощью ко всем неравнодушным, откликнулись партийцы оппозиционного блока. Купили мебель и оборудование для инфекционного отделения. Цього року нам зробили, закінчили ремонт, шикарні умови. Наші небайдужі люди, які до нас добровільно визвались, нам допомогти. До політичної партії «Опозиційний блок» звернувся колектив лікарні дитячої. Ми відгукнулись, звернулись до наших, скажімо так, виборців, активістів, бізнесменів, які підтримують опозиційний блок. Ми, скажімо так, проникнулися проблемою і діти – це наше перше, ради чого ми живемо, скажімо так. Блокада трибуны, драки, петарды и сообщения о минировании. В Николаевском горсовете сегодня было все.
Сначала на сессию пришли нежданные гости, а следом за ними еще и полиция. Что случилось, узнавали наши корреспонденты. Уберите человека. А полиция у нас как-то присутствует? Она вообще собирается защищать или не собирается защищать? Все началось с того, что активисты заблокировали трибуну и просто так уходить не собирались. Главное требование – роспуск и перевыборы городского совета. Но неожиданно исполняющий обязанности мэра заявила о ЧП. Есть информация, что Александр Федорович Сенкевич заминировал наш зал. Но разбушевавшихся активистов это не остановило. Они забросали зал петардами и дымовыми шашками. Полиция пыталась утихомирить молодых людей. Началась потасовка. Одного из участников задержали. Представники полиции стали діяти жорсткіше. Вони вивели частку людей, але не вивели жодного депутата. В конце концов, все покинули зал. Ненадолго. Прибывшие взрывотехники осмотрели все кабинеты, но ничего подозрительного не нашли. После этого депутаты вернулись на свои места, и сессия продолжилась. По мнению некоторых, все это банальная борьба за власть. Я думаю, что кто-то хочет прийти до влади и використовують будь-які шляхи для найскорішої реалізації цього процесу. В полиции уже открыли уголовное производство. Всех задержанных доставили в управление. С ними работают следователи. У результаті чоловік, який перешкоджав працівникам поліції виконувати свої професійні обов'язки, був доставлений до центрального відділу поліції. Ще одного громадянина, який блокував трибуну та вчиняв хуліганські дії, також доставлено до поліції. Несмотря на бурне начало, депутати все ж розглянули всі питання. Серед них були земельні і утвердження програми розвитку бізнесу. Сергій Ігнатенко, Ігор Попов. Подробиці телеканал Інтер. Ніколаєв. ВОН обеспокоены ситуацией с правами верующих в Украине. На заседании в Женеве представители организации призвали Киев обеспечить им надлежащую защиту. В последнее время зафиксированы сотни случаев захвата храмов. Кто и зачем это делает, в нашем материале. Последние годы захвата храмов в Украине стали делом обычным. В селе Птичи Рівненської області конфликт длится 3 года. Представители Киевского патриархата вместе с бойцами правого сектора врываются в храм Успения Пресвятой Богородицы. Возле церкви постоянные провокации, которые практически всегда заканчиваются потасовками. Все это время верующие УПЦ пытаются отстоять свои права на храм через суд. Подобные ситуации в селе Катериновка, это Тернопольская область. Неизвестные ломают центральные двери церкви святого великомученика Георгия. Храм занимают сторонники Киевского патриархата. Верующие УПЦ внутрь попасть не могут. На форме парней, которые блокируют вход, нашивки все того же правого сектора. Несколько десятков правоохранителей просто наблюдают за конфликтом. Это тоже Тернопольская область, село Колосово. После крестного хода и богослужения в местном храме Иоанна Богослова проходит собрание. Якобы по поводу перехода в Украинскую православную церковь Киевского патриархата. 50 молодых людей в камуфляже и балаклавах мгновенно окружают церковь. К ним присоединяется и местная сторонники Киевского патриархата. Срезав замок на двери, они врываются в помещение. А это уже Прикарпатье, село Старый Гвоздец. Сторонники Киевского патриархата самовольно проникают в Свято-Успенский храм. В то время как несколько десятков полицейских блокируют вход, не позволяя верующим Украинской православной церкви войти в церковь. Чоловік закривав двері, виштовхував силоміць з храму. Людей вони закрили двері назад, вони нас до храму не пустили. Прийшло 4 чоловіка, і 2 мене взяли за руки. Вони мене ззаду по хребті почали копати. І вони мене виштовхали з хорів, забіг міліціонер. І тут стали такий коридор, зробили. Я зійшов, ну що, взрів, поліція зійшла. Хай виходіть з храму. Обеспечить права верующих УПЦ призвали Украину в ООН. Там накануне состоялось заседание рабочей группы по правам человека. Все представители государств-участников заседания выразили свою поддержку на международном дипломатическом уровне общинам Украинской Православной Церкви. Усиленный патруль на улицах Брюсселя. Полиция опасается блогера. Попытка звезды Ютуба пообщаться с фанами вживую привела к беспорядкам в городе. Поклонников собралось так много, что их решили разогнать. Продолжит Елена Абрамович. 600 тысяч подписчиков в Инстаграме, около миллиона в Снэпчате и немало в Ютубе. Такую поддержку 18-летний бельгиец получил после размещения в сети смешных, а иногда и несколько агрессивных роликов с кадрами из обыденной жизни. Разговаривает с младшим братом, испытывает детскую кроватку в магазине. Привет, учитель.
Звезда соцсетей решил развиртуалиться и пригласил своих фанов встретиться на одной из площадей в центре Брюсселя. Пришли сотни поклонников. Полиция квалифицировала это как несанкционированный митинг. В стране высокий уровень террористической угрозы. Правоохранители контролируют любое собрание. А здесь спонтанная толпа. На призыв разойтись часть участников ответили агрессией. Молодые люди стали крушить машины и витрины магазинов. Чтобы зачистить площадь, полиции пришлось вызывать подмогу. Инициаторов собрания и еще 30 молодых людей задержали. Большинство из них несовершеннолетние. Впоследствии отпустили почти всех, в том числе и блогера. Под стражей оставили 4 человека. Их подозревают в кражах. Беспорядки в городе происходят уже второй раз на неделю. На выходных в центре Брюсселя после футбольного матча драки устроили фаны. Так что полиция решила увеличить количество патрульных на улицах. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Это все новости к этому часу, а завтра не пропустите итоговую программу «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.